Лотоносец. 11-е возвышение на сердце. Фух. Редкую бесцветную карту. Хо. Билд на бомбу лотоносцем. Ну, это, по-моему, плохая идея. Харизма? А дело в том, что сейчас ничего не будет делать. Вообще. Поэтому... Очень скучный вариант. Выберем самый скучный вариант и сделаем его. Других вариантов нет. Да, конечно, харизма была бы веселей. И где-нибудь бы там к 10-му этажу она бы начала работать. Ты чё, пёс? Культист. Fuck you. О, какая красота на старте. Люблю запах напалма по утрам. Ладно, давай. Хрен с тобой, золотая рыбка. Да черт, давай урон мне. Давайте уж все. Все, что у вас плохое есть. Знаешь что? О, один на слабости в начале каждого боя. Это мне и нужно, когда я лотоносцем играю, чтобы уж почувствовать всю мощь. Ага. Игра, что ты делаешь? Прекрати. Зачем ты мне это подсунула? Ну, мы на сердце идем, но это нельзя на сердце брать. Мне нереально на сердце играть так. Ну, я серьезно. Сожрать мне интересно. Мешок тоже интересно. Ну, ты знаешь, нам нужно делать вот так. А потом только смотреть на то, что мы можем купить. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Я принял такое решение. Да. И зельку купить. Я пойду на огненную элитку. Таран нам хорошо зайдет. Да, я пойду на огненную элитку. Даже жертвуя костром. Я чувствую, что латник, он как раз ее хочет больше всех видеть. Слабость первый ход — это неприятно. Я не понимаю, почему мы вытаскиваем только удары каждый раз. Что это за проклятие? Слабость первый ход от маски — это плохо. Особенно для лотоносца с таким атакующим билдом. Но... Да, надо безделушку, чтобы законтрить эту слабость. Все, все, все абсолютная правда. Да вашу-то мать. Серьезно?
4, 10, 16. 16 плюс 8, 24. Ты труп, друг. Ага. Вот оно, сила. Ну теперь нам надо убрать нахер вашу-то дивизию. Вы прикалываетесь или чего? Это так модно сейчас? Такие бои мне подсовывать. Охренеть. Просто охренеть можно. Ну, иногда тебе, если начинает не вести, то сливай воду. Иногда надо уметь признать свое нахрен поражение. Я не сдаюсь. Я просто намекаю на то, что игра подставляет по-крупному. 6, 24 у него здоровья как раз. О, компенсация. Серьезно? Прям вот без шуток, да? Это специально происходит? Знаешь что, забирай мое золото. Подавись. Надеюсь, тебе понравится. Я пошутил. Ты остаешься здесь, сучка. Ну окей, ты не остаешься здесь. Та самая огненная элитка. Мы умрем. Практически без вариантов. И это хорошо. Быстрее поиграем еще. То есть быстрый старт, быстрый рестарт. Все нормально. Йоу, Winner Low, привет, ты как раз вовремя. Как видишь, тут все хорошо. Ну, чего я вам скажу. Я плохой старт сделал. Я лох. Это судьба. И все такое. Окей, дубль 2. Ну, я уверен, что у меня это не мозг сломался. Что у меня более-менее нормально с мозгом пока что. О, знаешь, что мы можем замутить? Моя любимая тактика. Взять это и убрать, проломить. Просто... Я, по-моему, у меня ни разу с таким раскладом не играла колода. Нормально. Не выигрывала, во всяком случае, точно. Но мне всегда интересно это попробовать. Еще раз. Надо было брать оборону дефекта. Она лучше.
Мы будем делать самую маленькую колоду в мире. Короче, вот эти две карты мы только удалять будем. Нам надо сделать колоду в 10 карт. Задача на этот забег. Тогда мы их всех сможем за два хода разыгрывать. Да. Окей. Как делается маленькая колода? Ну, ерунду надо взять. Дальше. Что тут у нас по апгрейдам? Ерунда. О, сумка готовности. То, что нужно. Практически идеально. Сейчас все будет, пацаны. Смотрите, тест колоды. Фух, ерунда. О, нет, он же заблокировал 11. Как такое может быть? Откуда у него уже улучшенная? Ерунда. Я не понимаю, что происходит. Но, ладно. Ему, чтобы наложить на меня слабость, потребуется 2 энергии. О, как ты ошибался, зубастый червь. Никто так не ошибался, как ты сегодня. Ему не нужно 2 энергии для того, чтобы наложить на тебя слабость. 2 боевых транса. О! Хрень полная. Уязвимость и слабость. На всех. И тебя убьем. Вас пока не убьем. Ладно, живите. Чат, я вам говорю, это охренительная колода будет. Вы сейчас увидите ее в действии. Вы такого еще не видели. Просто бомба. Чем быстрее умрет, тем больше забегов. Тоже правда. Ты должна мне помочь. Мы сможем победить их только вместе. Супер. В общем, смысл такой, что мы пролистываем колоду очень быстро за счет добора. И у нас набор силы есть, и все. Я даже не уверен, нужен ли нам увесистый клинок. Вот у нас урон есть. Вот наш урон. Нам даже увесистый клинок, наверное, не нужно брать. А для защиты мы слабость сбить с ног будем использовать. И все будет хорошо. Просто замечательно. Да. Ну здесь вы, конечно, сейчас не заметите особой защиты, потому что нахрен нам тут прилетит с полным хп. Но все равно. Смотри. Чё шиза? Какая шиза? Все будет хорошо. Автопобеда. Отточенный удар мы хотим играть, но не всегда. Очень часто нам будет интересно что-нибудь типа вот такого лучше сделать.
постоянно держать противника под слабостью и уязвимостью без остановки. Ну и естественно, для нас топовые артефакты для нас — это все, что со слабостью и уязвимостью работает. Просто огонь. Защиты их еще не хватает. О. Потребуется время, чтобы ее добавить. Yes. Как там прошлый забег? Сердце убило? Да, сердце. Именно оно. Привет, Виктор. Попробуешь в Red Dead Redemption 2 сыграть? Нет. Я видел ее, она вроде выглядит круто, но это... мне придется только в нее играть, правильно? А, это игра, которая там 200 часов прохождения или что-то такое. Ну, я не уверен, что мы можем себе это позволить на нашем канале с вами. Так что я пас, Санса. Ты куда-то собрался, друг? А как насчет жнеца в спину? Я бы еще, может быть, себя чувствовал получше, если бы у нас был дополнительный источник силы. Хочу ли я вихрь? Не. Хочу ли я обезоружить? Не. Пока нет. Может быть, попозже, когда-нибудь. Что-нибудь такое. Пока нет. Я 100% хочу магазин. И нам надо убирать обороны, ибо они для нас чуть меньше, чем бесполезны. Большой стержень был. Видишь, за счет того, что у нас слабость есть, мы можем теперь чуть-чуть больше прожимать урона в каждого врага, с которым встречаемся. В каждый ход, точнее, будет правильно сказать. Чуть-чуть всаживать, да, одну дополнительную карту играть. Очень хорошо. Нам жнеца надо на следующий ход сделать. Товарищу этому. Не факт, конечно, что мы жнеца вытащим, но практически 100% гарантия, что мы его убьем. +12 26. Только вот так вот. В общем, 5 хп похилили. Вольф риповый стержень. Рогалики 800 часов, Red Dead Redemption 200 часов. Мы не можем себе позволить. Нет, я думаю, что ты понимаешь, что я имею в виду, что тогда у нас канал превратится в канал по Red Dead Redemption, правильно? Сколько я буду Red Dead Redemption проходить на стримах? Стрим 1-2 раза в неделю, 6 часов. Ну, в среднем 9 часов в неделю. Там прохождение 200 часов. 20 недель. Около 20 недель. 20 недель — это у нас почти год. То есть, ну, понимаешь, что? Thank you.
Ну, я буквально, я даже, ну, не в шутку. Это так и получается, что где-то там год-два что-то такое проходить будем. Ну, мне на прохождение игры не очень заходят. Мне кажется, что я просто не умею в них играть. Я не умею их комментировать. Мы же пробовали. Мы пробовали Fallout New Vegas проходить, он мне нравится. Пробовал Dark Souls на стримах проходить. Почему-то вот у меня не получается. Я не знаю почему. Ну, точнее, я стараюсь, ну, как умею, но вы не смотрите. Ну, кто-то смотрит, кому нравится, но просмотров очень мало. И на стримах людей немного всегда на этих играх. Я не знаю почему. Мое предположение, я херовый стример / ютубер по играм на прохождение. Просто, ну, вот так вот. И, конечно, это надо, ну, как-то исправлять, тренироваться, но я не понимаю, в чем моя ошибка, поэтому я не могу ее исправить. То есть, вот такая у меня непонятная вещь. Может, игры для записи? Так я пробовал. Я пробовал и записывать их. У меня не получается. У нас сейчас нет магазина, я не буду открывать этот сундук. Я в гробу видал. Проклятие. Нам просто сейчас элитка, а потом три боя. Я что-то как тачку очкую. Не хочу. Ну, не время жнеца, я думаю. Хотя эту сучку мы хотим убить как можно быстрее. Но жнец нам не поможет ее убить быстрее. Бей меня. Please. Слишком медленно. Твою мать ты. О, я зол на нее. Ну окей, компенсируем это сейчас жнецом, который придет вот прям здесь. Вот здесь и сейчас вот будет жнец. Смотрите, вот он. Да, как я и сказал. 5,5. 25 урона он наносит. На следующий ход у нас будет... Ну, у нас будет больше карт, потому что... 25 мы можем заблокировать. 24 можем заблокировать. Можем сделать вот так. И на следующий ход... Откилиться жнецом. О, еще и с подножкой. Вообще красота. Жух. Как с куста. Мне нравятся такие игры, что ты можешь... Ну, вот как мы на стримах. Мы играем, но у нас каждый забег — это как бы завершенное действие, правильно? Или там тот же Тарков вот мне нравился. Или Pass of Exile. Где нет как такового прохождения. Там, конца и начала игры. Где... Можно, ну, получить какой-то прогресс вот здесь и сейчас. Вот эти игры, по-моему, хорошо подходят нам. Я не знаю, правильно сделал, что баночку тут сожрал. Но со змейка обычно долго держишься, поэтому... Не, ну все зависит, конечно, от змейка. Доту, да, надо в доту поиграть. Самое время. 2К19 и время начать играть в доту. Согласен. Жадность. У меня жадность бьет ключом. Я не хочу его убивать, я хочу полечиться. А знаешь, что мы можем? Мы можем 8 хп оставить, да? Во. Как раз ножница. Да? Да?
Но только жнец нам нужен бесплатный. Почти получилось. Я думаю, я не буду выделываться с мечом-бумерангом. У нас все хорошо. У нас есть двойной удар вместо меча-бумеранга. Можно пожадничать и пойти на элитку. Можно, но, наверное, не нужно. Мое предположение. Сейчас ерунду сыграть надо было, почему не сыграл. Если сжигать удары, отточенный будет терять дамаг? Да. Насколько я помню, именно так и получается. Слушай, наверное, надо на элитку идти. Что у нас хп сильно много лишнего. Да и вроде колода неплохая. Работает, как часы. Да, погнали на элитку. Как приятно играть хорошие карты. Просто красота. Здесь 31 урона, и здесь 31 урона. Завезли дебафы. Обидно, досадно. Жнец сжечь пришлось. Что я уже, мне не кажется, что это была такой хорошей идеей. Это элитка. Прям, возможно, даже это была нехорошая идея. Защиты не хватает. Когда нет возможности играть ерунду, то мы по защите проседаем жестко. Нам нужны защитные карты, либо бафы на защиту какие-нибудь. Что это такое? Мы, возможно, на боссе сольемся. Хотя, казалось бы, да? Нужно больше дебафов. Я думаю, что не стоит рисковать. Все-таки чемпион, он козел, редкость. Я у Димаровский, привет. Добро пожаловать на стрим. Ай-яй. Стрим дневной? Не знаю. На сегодняшнем стриме вроде не написано, что он дневной.
У нас тут новое изменение, понимаете ли. В маркетинге. Мне нужна твоя сила, твоя одежда и твой мотоцикл, чувак. Реально. Капец, мы вообще никакие. Нет у нас чего-то такого, что увеличило бы нам сильно показатели атакующие. Капец, он настакал 12. 12 в себе ментализации. В общем, хорошо, что я хильнулся перед боем. Хотя, может, еще и не пригодится. Когда Twitch мод? Не знаю, Дюморовский. Пока в планах нет. В этой игре делать нечего, иди играй в Isaac с модами. Ну, я бы с вами поспорил, что в ней делать нечего. Игра отличная. Чё это в ней делать-то нечего? Очень даже есть что делать. Да, кошка? Ты со мной согласна? Кошка вон со мной согласна. Да, Бася? Бася, только на голову не лезь. Опять бил через слабое место. В смысле? С какое слабое место? А, да. Ну, я знаю, что это чревато, но... Не то, чтобы у нас был большой выбор. К тому же у нас Басечка есть. Она классная. Да, Бася? Она благословила этот забег. Так что не волнуйтесь. Все будет. Все, Басечка. Целовала меня задом в лицо. Много кошачьей шерсти. Вся кошачья шерсть. Почему у тебя голос грустный? Не знаю. Может, я сижу неудобно. У меня не должно быть грустного голоса, потому что мне не грустно. Мне весело. Ну, я не знаю. Такие дела. Help. Ben, I need help. Подножка жнец. Не хватит урона никого убить. Жнец нас отхилит здесь. Жнец плюс бить сноп должен нам килл сделать. Один хотя бы. Вот тебе. Глаз здесь был. Правильный выбор. Теперь у нас есть глаз, это добор и вообще. Так, вот я проверил, у меня амамори не было. У нас теперь есть такие карты лишние, типа боевого транса, но они не то, что в самом деле лишние, да? Просто, возможно, надо убрать будет... Возможно, нужно будет убрать подножку из колоды. Она уже не бесплатная. Далеко не так весело. Можно ее сжечь, например. Если хочется. Ничего, жнеца сыграть, что ли?
то мы его сейчас убьем. Или не убьем. Ладно, да, не жмите. Хрен с тобой. Это билд или каша из карт? Это билд. Не оскорбляйте его, попрошу. Хороший новый билд. Просто его раньше никто не делал. Это презентация называется. Пробный период. Ну и чего? О, гиря. Обезоружить или металлизация? Обезоружить или металлизация? Возможно, что даже металлизация лучше, чем обезоружить. Но обезоружить мы идем на сердце. Йоу, Аксель. Салют, амиго. Че, рюкзак серый стал? А все, сломался. Оу. Круто. Круто. Вообще. Так. И мы можем... Пойди сюда. У нас есть еще время, чтобы добрать сюда нормальное количество защиты, пацаны. Мы еще можем успеть. Вполне. А этот релик увеличивает урон всех карт с именем удар. Круто. Как раз для билда на удары. А в кострах мы будем гирю качать. Чем тогда на элитку? Я верю в эту колоду. Давай. Тащи. Это было... Блять, это было зелье удвоения. Ну... Я провтыкал зелье, удвоение, конечно, надо было на сердце оставить. Лох, это судьба. Вам не понравится, но... Я Жнеца использовал для нанесения урона. Именно вот подобной ситуации я опасался. Именно что чего-то вот такого. Thank you.
Да нет, не F, нормально все. Мы отдебафали эту жрицу-то, поэтому я ее не очень боюсь. Эти призванные, это чуваки, конечно, могут навредить что-нибудь, но... Особых проблем быть не должно, скажем так. О! Двойной спуск, отточенный удар. Сыграть не можем. Можно сыграть двойной спуск, удар. Тогда будет лучше. Двойной спуск, удар. Оборона, удар. Ну, мы потратили топовую зельку на нее, то есть это проблема. Хотя благословление кузницы тоже топовая зелька так-то, если у тебя не все карты улучшены. Йоу, сержант, спасибо тебе за донат. Здоров, варлок, мой тебе первый донат. Удачи тебе в твоем творчестве и твоей жизни. А ситуация по количеству кошек не изменилась. А Стас Давыдов опустился, тех выпусков уже нет. Йоу, сержант, спасибо тебе за донат. И за первый донат. Так что, вот. Слушай, да, этот, на... Про Стаса Давыдова-то я знаю, что все, он уже не снимает ДС хорошо. Я примерно понимаю, почему он не снимает, потому что его, наверное, Короче, его задолбали копирать страйками. Я уверен, что его там просто уничтожили этими страйками. Соответственно, бесплатно работать ему, наверное, вряд ли хочется. Поэтому такие дела получились. Ну, ничего страшного. Не последний Давыдов. Что-нибудь другое можно смотреть сюда. Хотя он мне нравился очень. Дыс хорошо. Одна из моих... Ну, одна из моих первых, чего я начал на Ютубе смотреть. Что я включу-то? Почему я включу? Вот у нас три костра. Вы, чат, пугаете меня нахрен. Мне очень этот нравился ДС хорошо. Одна из моих любимых передач на Ютубе. Передач. Я говорю так, как будто мне 48 тысяч лет. Я лучше не буду этот фонарь брать нахрен. Конечно, фонарь это круто, но... Мы можем пожадничать, еще на элитку пойти, да? Ну да. И здесь убрать. Ладно. Сейчас разберемся. Мы там можем в магазине убрать проклятие. Что нам выпало за проклятие? А, неуклюжесть, я даже не буду париться. Мы его, кстати, пробиваем слегка. Yes. Лучший ход в моей жизни. Благодаря ботинку мы его пробиваем. Вряд ли мы намного лучше сможем жнеца сделать все равно здесь. Потому что большая вероятность, что жнец придет на его бессмертие. Так что... О, вау. Окей. Ну, как скажете. 25 урона, значит. И где же здесь справедливость? Спросите вы. Прошу прощения, что я кашляю. Смерть близка, наверное. Точно, смерть близка. Ну, неужели не добьем?
Ё-моё. Бесплатная карта, где вы? Сержант, спасибо тебе за донат. Очень странно, что ты при твоих годах смотришь Хованского. Знаешь чего, я дальше твое сообщение читать не буду. Я не знаю, я его как человека вообще не знаю. Я к нему как к личности абсолютно никакого мнения про него не имею. Мне смешно смотреть его обзоры на, там, я не знаю, на виски или на гамбургеры. Он смешно играет. Он делает смешной контент, который мне нравится. Насчет того, что этот, что он там, какие у него с правительством отношения, меня интересует чуть меньше, чем полностью. Этот его контент я не смотрю, чтобы там в этом контенте не было. Если я возьму эксгумацию, мы могли бы сыграть обезоружить два раза. Или жнеца. Я, наверное, не пойду убирать проклятие. Я все-таки буду качаться. Ну, давай сделаем так. Давай мы сейчас ключ возьмем, чтобы я не забыл. А потом мы пойдем качаться. Правильно я говорю? Ну, я думаю, что правильно. О, смотри, маневр. Двойной спуск, жнец, эксгумация. Двойной спуск. Жнец. Эксгумация. Оба. Мы в первый ход сразу 10 хп полечили и 10 урон нанесли. Ну что, 10 урона это не так круто, но все равно нормально. Сюрикена не хватает. Сюрикен бы сюда вообще, красота. Я все равно думаю, что на сердце у нас крайне мало шансов. На, у нас нету чего-то такого, чтобы сердце раз и убить. Знаешь, силу мы так вот по 5, по 4 силы мы будем набирать очень долго. Как-то я даже не знаю, что мы могли взять, какие другие карты. У нас вроде все хорошее, а вроде и какое-то никакое. В общем, непонятно. Колода непонятная. Можно проклятие волей сжигать со статусами. Да. Качаемся. Например, на сердце эволюция очень поможет. Сижу в больнице, смотрю. Никит, выздоравливай, не болей. Жнец, 6 урона. Двойной же. Ну, он, короче, лечит столько же, насколько он бьет шипастых. Но у нас есть блок. Я имею в виду, что эксгумацию можно сделать. Наплевать, да.
Да, и жнец наносит урон, вытягивает здоровье после нанесения урона. То есть его на шипастых очень выгодно играть. О! Не могу поверить. Откуда такое счастье? Воспламенение. Ну что, пробужденный? Погнали. Можно замутить двойное обезоруживание на него. Наверное, двойной жнец интереснее. Я думаю, намного интереснее. Йоу, Кайто, привет! Новых игр не завезут? Ну, пока не особо планируются новые игры. Пока я еще не придумал. Димаровский, спасибо тебе за донат. Когда Twitch мод? Если не на этом стриме, то когда запланирую его? А то как-то грустно не пытаться затворить игру, например. Бот прислал уведомление, я задонатить. Спасибо тебе большое за донат, Димаровский. Twitch мод? Ну, надо бы нам в него поиграть. Я все соберусь. Значит, надо там все организовать. Сделать так. Ну, можно на следующем стриме действительно с Twitch модом поиграть. В принципе, у нас сейчас спешки никакой нету. Никуда не торопимся. Поэтому 24 урона или еще уязвимости на всех? Правильный ответ — 24 урона. Потому что сейчас его добьют часы. Молодцы, часы. Не включай эволюцию. Не надо. Спасибо. Ты знаешь, на нем эволюцию надо было вообще сжечь. Нахрен мне эволюция против пробужденного. Что, куда я эволюционировать буду? В какое место? Двойной спуск жнец. Пробил час. Мы, наверное, могли бы и больше отхилить жнецом, если бы подождали. Йоу, Балалаш, спасибо тебе за донат. Привет, как ты, солнце? Отлично. Я наконец-то смогла добраться до свободного времени и твоего стрима. Добро пожаловать на стрим. Приятного тебе просмотра. Надеюсь, тебе понравится. Сейчас мы обязательно выиграем. Наверное. Просто я приложу усилия для того, чтобы выиграть, скажем так. Добить бы? Добьем. Сорок корона. Весь урон. Упс. Пора, наверное, жнеца вытаскивать из запасных мест. Эксгумация, нет. О-оу. Хьюстон, у нас проблема. Двойной спуск сбить с ног кажется очевидным ходом. А особо ничего другого там было даже не придумать. 13 это нет. Твою мать.
Отлично. Возможно, надо пытаться просто убивать. Есть шанс, что добьем на следующий ход. Не делать эксгумацию здесь. Я не знаю. В принципе, без разницы. Да? А, только не говорите мне, что он... Нет, он меня не убьет. У нас деле защиты есть. Если что. Двойной спуск, точный удар не сделать. Здесь у нас 60 что-то урона. И все равно его с двойным спуском не сделать. Можно сделать 50 плюс 62. Хватает. Ну, знаете чего? Мистер пробужденный. Вот он, мой жнец. Было бы смешно, если я из-за этого умер. С тех пор минимальный донат 10 рублей, а с тех пор, как на сайте с донатами так сделали. У меня было 8 рублей, мне больше нравилось. Красивее цифра. Они, гады, сломали донат. Тут я ничего не могу сделать. Вафля. Ну, на самом деле смешно, но тут кроме вафли особо брать-то нечего. Только если беспредел, но я боюсь, что он мне нахрен запорит игру. Валлаш, спасибо за донат. Я не поняла, тебе не понравилось, как я тебя назвала? Ну ладно. Хочу узнать, как Женя и ты. Что-то новенькое есть. Йоу, у нас все отлично. Все просто прекрасно. Ну, я работал много на этих выходных, потому что, ну, праздники, соответственно, в продажах, ну, таких типа мебели, это самое время работать. Людей много, ты работаешь целый день, там, все продаешь, все, что, до чего можешь дотянуться. И поэтому я много работал, а теперь я хорошо отдыхаю на стриме. Чего у нас все новенькое? Да так, слушай, все нормально. Никаких этих происшествий. Я не знаю, что-то у меня скучная жизнь в последнее время. Нету никаких приключений, кругом нет. Нет бы взять там это... Пойти в ночной клуб, там... Историй каких-нибудь набраться. Билд нормальный, просто... Если ты посмотришь на билд, тут защита есть в билде. Ее нет конкретно вот в этой руке. Но тут особо ничего не сделаешь. Хорошо, что у нас есть обезоружить, да? Ну и кроме этого, в принципе, особо ничего нет. Мы хильнулись. Ура. Mm-hmm.
так же медленно. Что это такое? Жнец! Где ты? Мы можем убить, попробовать копье. Я не знаю, насколько это. Или щита. В щитах хп намного меньше. Окей. Пламенение раз. Зелье апгрейдов два. Жнец нанесет 20 урона. То есть нам нужно сделать один удар сюда. Нет, сделать один удар сюда. Сбить броню, чтобы жрец максимально отхилил. Жнец, простите. Во. Вот. Вот, что-то типа того. Окей, мы почти вылезли из ямы. Валаша, спасибо тебе за донат. Вопрос, еще вопрос. Ведь у нас народ немного буйный, а после Нового года количество покупок мебели увеличивается? Нет. Перед Новым годом у тебя идет нашествие клиентов. Не перед самым Новым годом, не 31 числа, а где-то там недели за 2, за 3 до Нового года. Все хотят там стол, шкаф какой-нибудь купить, что-нибудь такое. А после Нового года у тебя январь месяц вообще никакой. Потому что все деньги потратили на Новый год на гулянки. Откуда им взять деньги на мебель? Привет. Я вот дошел до серии про забег с чашей. Это было восхитительно. Снимаю шляпу. Вы тут инсайды выдаете. Йоу, Артем, спасибо тебе огромное за донат 100 сердечком. Спасибо большое, чувак. Спасибо. Слушай, тот забег мне очень понравился. Если бы я так же хорошо играл в этом забеге, ты бы сейчас посмотрел на какую-нибудь красоту. Поскольку... Нет, что-то сегодня не клеится. Спайер, не знаю, может, я поел мало. Наверное, чуваки. Я потому что на обед всего лишь два бутерброда с индейкой съел. Ну, с индейкой, в смысле, с колбасой из индейки. Чем, кстати, ничего такая колбаса. Но проблема в том, что... Видимо, недостаточно мозгу питательных веществ в колбасе из индейки. Что на вот это можно сказать? На вот это все. Все, поиграли. Было весело. Ну ладно, соглашусь. Защиты здесь меньше, чем нужно. Не могу ничего сказать по этому поводу.
факт. Но как бы это не проблема, потому что мы выжили. В чем проблема-то? Сейчас все будет. То есть, я не вижу причин для паники абсолютно никаких. По-моему, все отлично. Мы полным ходом движемся к стопроцентной уверенной победе. Как я и сказал, победа как с куста. Все отлично. Знаете чего, товарищи? А давайте играть в кубики. А у меня сегодня, видимо, не спайровское настроение. Знаете, бывает всякое такое. Поэтому, возможно, сегодня просто не спайровский день. Бывает же такое, да?